Ученики школы-отличник по английскому поздравили своих родителей с Рождеством. В этот прекрасный морозный день ученики превратились в маленьких зверят. На каждую букву английского алфавита рассказали стишок. Затем вместе спели о своей крепкой дружбе. Особенно мило это получилось у второклассницы Ульяны. А четвероклассники показали сценку про Рождество. Сейчас ученики активно готовятся ко Дню Святого Валентина. До встречи на занятиях в школе продвинутых детей и серьезных родителей отличник по английскому.